Народные депутаты Якутии в течение 2 дней рассмотрели в общей сложности 63 вопроса. Сегодня завершилось очередное пленарное заседание парламента республики. Председатель Госсобрания Александр Жирков среди особенно важных выделил 3 вопроса. Это рассмотрение кандидатуры Евгения Чекина на должность председателя правительства республики, корректировка бюджета и вопрос о реализации закона о дальневосточном гектаре. Последние депутаты будут рассматривать и во время следующих заседаний. Спикер отметил особенно злободневные моменты закона, второй этап которого, напомним, стартовал 1 октября. Есть много шероховатостей в самом законопроекте. И парламент республики изначально настаивал на том, чтобы этапы, которые предложены данным законом, они были продлены. Но наши предложения по этой части не были приняты. Но это не означает, что мы прекратили на этом работу. Мы продолжаем свои предложения. Продолжаем настаивать на этом своем предложении. Хотя вот недавно принято решение комиссии Совета Федерации, которая тоже, кстати, была создана по нашей просьбе, о том, чтобы внести в данный законопроект ряд изменений. Под ним подписались депутаты, сенаторы Федерального собрания. Мы подключились к этой законодательной инициативе, потому что они в целом основаны на наших предложениях.